Маленькие пусички, дамы и господа. Лайк, если любите миленьких котиков и собачек. Вот ваши животные, которые вы мне присылаете ВКонтакте по хэштегу «Животные». Если вы хотите, чтобы ваш питомец оказался в следующем выпуске, то присылайте мне во ВКонтакте с хэштегом «Животные». Подписывайтесь обязательно на канал, если тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать. Не забывайте о целом плодисти с этими божьими милыми созданиями. О! Он уронил стакан. Опа. Опа. Милота. О, нет. Да ладно, он поймал. Смотрите, какой холюсенький. Он хочет его рисовать. Так испугался. И глаза такие напуганные. Только послушные. Опачки. Я не понял, это что такое было, типа. И это все? А, наряжаю своего песика, как в Among Us. Банана наверху. Дам. Не знаю, что это. Ну, есть такой персонаж. А, очки. Лыжные, горнолыжные. Тыква есть такое. Пусимочка такой. А, стоп, это звук. Это не он издает. Нужны обнимашки. Собачки такие милые. Батя, когда пришел с работы. Он поздравляет ее с днем рождения. Мешает. Зачем она нужна ему? Лучше буду картошечку кушать с мяском. Вкусненькая будет. О, песик на занятиях. Пить. Тупо я после Какой опасный. Песики, песики. Зевает так, как прикольно. Флексит, флексит, флексит. Ать, ать, ать. Такой грустненький. А чё он грустный? Она болеет, и собаки пришли к ней. Это очень мило. Утюг. О! Она по овцам бегает. Утюг, какой ребеночек. Им вся батька. А, это, а, со временем, то есть она растет, а ребенок не растет. А чё он так воет?
поддержка любимого песика. Вся хозяин, дай покусать. Чё хочешь? Кушать хочу. Кушать хочу. Хочу кусать. Кусать хочу. Ну дает. Жрать не дает. Ты твоя девушка. Ору, ору, просто ору. Храпит как бы. Шапку-ушанку принесла. Собачка играет с... Нет, ей не впечатляет почему-то эта игрушка. Здесь они немногословен. Они такие милые. Какая огромная пёсина, посмотрите. И такая масюська. Он больше, чем он вообще. Это вообще... Чем же его кормить надо? Он съедает больше, чем ты. Ё-моё, я ж дёрнулся. Она не кусается. Она не кусается. Интересно, что сейчас будет. Пол дивана съела. Такое лицо у него вообще харя огроменное, больше, чем у этого мужика. Они прикалываются на нем, типа какие-то шорохи делают. И он якобы должен реагировать. Как, ну как никак не реагирует, он просто поел и спит, наелся и спит, как говорится. Нажми, нажми. Я тебе дам сахарочек. Нажмет или нет? Ваши ставки. Опа, нажал. Нормально. А, я знаю этот фильтр. Вот это котопёс. Все, все поел. Все поел. Все поел. Это что? Нарисованный или как? You get out. Он закрыл за собой дверь. You know that I won't stop until I... Ну, продолжай. Are you ready? Get your both hands ready. Oh! Yeah! Не хочет кушать. А нет, они в пинг-понг играют. Думает, что косточка реальная. Это бан. Это бан. Это бан. Это бан. Обмана. Кот сломался. Он становится на передние лапы. Два типа людей утром. Бодренький такой. А это ты. Постоянно. Посмотрите. Что бы мы делали, если бы не было этих... Существ. Так, если вы обожаете животных, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать. Не забывайте о целом плейлисте, рассказывайте друзьям, жмите на вот эту вот штучку, чтобы подписаться, и посмотрите вот эти видосы, это специально для вас, это еще одно прикольное видео с животными, которые я для вас выберу. Тыкайте вы, не пожалеете, а с вами был, как всегда, я, Арабий, здоровья, в этом счастья, успехов, всего самого вам наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких, будьте счастливы и будьте, конечно же, здоровы, и увидимся уже в новых видео. Пока!